Ну, вообще, в кризис, конечно, вот я, например, столкнулся с таким моментом, что если раньше все мои друзья, допустим, мы собираемся где-то вот в студии, да, там, друзья, мы заказываем из ресторана какую-то еду, то сейчас я вот совершенно четко, у нас есть там какие-то даже вот, например, там сегодня, например, там кто-то готовит одно блюдо, я, например, готовлю мясо, да, там, на всех. И это вкусно, это полезно, ты точно знаешь, что это из тех продуктов, это получается реально в разы дешевле, чем ты где-то закажешь в ресторане, потом это все привозят, потом там еще может быть холодно, не холодно. В общем, одни плюсы от кризиса. Ha ha ha.